Городецкий губернский колледж в четвертый раз стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности судовождения. 10 лучших ребят из 5 профессиональных учебных заведений области боролись за звание сильнейшего. Одни сильнее в одной дисциплине, другие, получается, в других. Ну, по итогам, вот, борьба достаточно равная и достаточно высокие показатели у большинства конкурсантов, несмотря на то, что задание сложное, достаточно, откровенно говоря. Экзамен для будущих капитанов действительно серьезный. Ребятам надо было ответить на сотни тестовых вопросов на самые разные темы. От действий при пожаре и медицинской помощи до экономики отрасли и организации работы коллектива. Одним из самых сложных этапов стала отработка практических навыков по безопасной жизнедеятельности на судне. Она в программе Олимпиады была впервые. Гидрокостюм мне дался очень легко, потому что я уже занимался этим ранее. Меня тренировали преподаватели. Что из того, что ты уже прошел, показалось тебе сложным, необычным? Заделка пробоины. Почему? Винтики, гайки, гаечные ключи. Не очень удобно. А на этом этапе, ставшем уже традиционным, необходимо по памяти нанести на карту все обозначения и прокомментировать проводку судна по руслу реки. Все, что мы здесь делали, это является элементами наставления по борьбе за живучесть судна. Соответственно, это тот этап работы на судне, деятельности на судне, от которого зависит жизнь экипажа, жизнь судна, его, собственно, работа. Еще одно испытание – маневрирование судна в условиях ограниченной видимости. Будущие речники на тренажере проходили участок Невы ночью во время разводки мостов. Среди участников Олимпиады – две девочки. Самое сложное – это был первый тест про экономику. А так все мы проходили за эти 3 курса. А какое ощущение вообще? Вот рядом мальчики сдают, а ты девочка единственная в этом. Гордость. Самооценка взлетает. И все-таки, как показали итоговые испытания, в профессии речников рулят мужчины. Первое место завоевал студент Городецкого губернского колледжа Кирилл Валяев. Он и будет представлять Нижегородский регион на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в Астрахани, которая пройдет в апреле. Второе место также у студента ГГК. Ольга Соловьева, Евгений Прокофьев, Городец ТВ, специально для «Время новостей».